В Совете безопасности ООН в эти минуты проходит заседание под председательством Казахстана. На повестке дня обсуждается несколько вопросов. Один из них – ситуация в Конго. А чуть позже члены Совбеза рассмотрят процесс урегулирования кризиса в Сирии. После объявленной победы над террористами в отдельных провинциях не прекращаются военные действия. Бои ведут правительственные войска и силы вооруженной оппозиции. Сегодня стало известно, что Саудовская Аравия, поддерживающая противников официального Дамаска, призвала сирийских оппозиционеров к диалогу с Башаром Асадом. В Риаде также предупредили, что намерены сократить оказание военной поддержки противникам сирийского режима.